Вопрос мой, как это отразится на Молдову, особенно ситуация во Франции, которая очень активно поддерживала и Эммануэль Макрон, и парламент поддерживала Кишинев и процесс интеграции Молдовы в Европейский Союз. Я думаю, что многие политобозреватели и аналисты сейчас пытаются понять, чем было вызвано вот это вот быстрое, спонтанное решение Макрона о том, чтобы объявить досрочный парламентский выбор. В тот же день практически реакция была. Ну, обычно вообще это нормальная реакция западных политиков. Так функционирует западная демократия. В тот момент, когда политический лидер потерял достаточно высокий процент доверия, выборах, доверия. Он уходит, да. Он уходит для того, чтобы обеспечить своей политической команде быстрое обновление и таким образом для того, чтобы удержать позиции. Это не всегда удается. Но бывают случаи, когда именно из-за этого политического хода старая команда сохраняет свои позиции. Или, по крайней мере, ее падение не столь обрывистое. Но посмотрим, что произойдет во Франции. В том, что касается Республики Молдова, я думаю, да, несомненно, отношения с Францией очень важны. Наш президент Майя Санду сумела, так сказать, создать достаточно гармоничные отношения с Макроном, политические отношения. И это обстоятельство играет в пользу Республики Молдова. Но, по большому счету, для нас важна не столько двухсторонняя связь, ее важность нельзя отрицать, сколько нам важно вообще отношение Европейского Союза и его институтов к Республике Молдова. Мы сейчас начинаем переговоры по интеграции. И почему спешили быстрее объявить еще... Эта старая команда Европейского Союза спешила это сделать, потому что существовала вот эта вот боязнь, что придет новая команда, и правила игры изменятся. И это могло отодвинуть момент, когда Украина и Республика Молдова могли начать переговоры по интеграции. Но как бы там ни было, судя по всему, ничего существенного не изменится. Я думаю, отношение к Молдове останется. До тех пор, пока существует, пока на нашей границе эта война с Украиной, отношение к Республике Молдова будет продолжать оставаться достаточно либеральным. Я совершенно уверен в том, что если бы не было бы этой войны, если бы Путин не развязал войну против Украины, мы далеко бы не зарегистрировали тех успехов переговорного характера, которые у нас сегодня есть с Европейским Союзом. Наверняка мы бы были вообще бы далеко позади. Но война на Украине открыла совершенно новые возможности, и Республика Молдова воспользовалась этими возможностями. Судя по всему, эта война будет продолжать с этой точки зрения влиять на ту открытость, которую проявляет Европейский Союз, Брюссель, к Республике Молдова. На все процессы. В этом смысле, я думаю, что для нас важнее сам результат выборов в Европейский парламент, нежели те процессы, которые сейчас происходят в отдельных странах. Хотя, разумеется, Франция и Германия продолжают оставаться локомотивами Европейского Союза. Они тянут за собой весь Европейский Союз, в первую очередь в экономическом плане. Франция — это великая, так сказать, великая вооруженная ядерным оружием держава. С этой точки зрения нас очень интересует, что там происходит. Посмотрим, если эти 30%, которые завоевала на европейских выборах Ле Пен, то есть эти, скажем так, крайне правые во Франции, они сумеют материализоваться на уровне национальных выборов. Это еще вопрос. И то, что сделал сейчас Макрон, объявив досрочные парламентские выборы, судя по всему, это попытка не дать закрепиться этому европейскому успеху, да, на национальном уровне. Для нас странно, потому что у нас избирательная кампания, да, 2 месяца избирательный период, избирательная кампания, а тут 10 числа объявляет, и уже 30 июня, то есть буквально меньше 3 недели. Ну, нужно вообще сказать, собрание, что у нас часто в нашей внутренней дискуссии в стране очень часто политические силы, которые находятся у власти, их обвиняют в том, что они пытаются использовать свое нахождение у власти для того, чтобы обеспечить какие-то свои преимущества электоральные. Но до тех пор, пока это происходит в рамках закона,
Ну да, можно предъявлять какие-то моральные претензии, но если это в рамках закона, ну что тут поделаешь. Кстати, в свое время, если вы помните, консерваторы в Англии потерпели серьезнейшее фиаско из-за того, что Кэмерон тогда полагал, что он сумеет досрочными выборами остановить Брексит. Все получилось наоборот. Поэтому не всегда политики умеют просчитывать, в том числе и западные, умеют очень четко просчитывать те последствия, которые следуют за очень радикальными политическими шагами.